В нашем деле главный этот самый реализм. Учение Рональда Хаббарда, так называемая дианетика. Рон Хаббард, он сам физик по образованию, закончил университет какой-то там в Соединенных Штатах. И в молодости он попал в переделку и должен был умереть где-то в Юго-Восточной Азии, сейчас не помню, там типа в Таиланде. И жизнь ему спас местный туземец, который, ну, владел вот шаманизмом, так скажем. Значит, и когда он выздоровел, его удивило, как это так, меня, белого, так сказать, арийца, какой-то там черномазый, значит, спас. Рон Хаббард занялся вот изучением этого явления и вышел на работу головного мозга, провел кибернетические аналогии и создал вот учение, как стать счастливым. Но суть сводится в чем? Человека терзают всякие сомнения какие-то там, значит, когда он попадал там либо в аварии, катастрофы, либо делал бесчестные подсудки, И вот, чтобы стать счастливым, его надо избавить от этих мучений. Для этого служит процедура клирования, от слова клия, очищение. То есть, там называется это пройти эпизод, то есть тот, кто туда приходит, ему говорят, ну вот что тебя пугает, ну вот я был в аварии, значит, как вспомню, так холодный пот, мне плохо, там сердце. И говорит, ну давай вспомним, как это было. И он раз вспоминает, два, три там вспоминает, рассказывает, облегчает и выводит вот это, то, что у него подсознательно, на уровень осознанности, ему становится не страшно. И вот все такие страхи у человека очищают, а потом его программирует эта процедура аддитинга на определенную деятельность. И в первую очередь управленческую. То есть, ну, такие впечатляющие примеры, например, так. Садятся уже двое отклированных, и один другому начинает говорить: негодяй, мерзавец, подонок. А тот должен улыбаться и терпеть это все дело, то есть то, что нужно управленцу. Ну и также другие приемчики. Вот. Поэтому, ну вот, в частности, такую процедуру, вы знаете, Сергей Владиленович Кириенко, он учился в этой школе Рональда Хаббарда, и вы видели, эти люди, они хорошо запоминают, они быстро принимают решения, оперативные, то есть они действительно хорошие управленцы. Но они также заложники, почему? Потому что в их сознании закладывается так называемая система тета-мест. Matter, energy, space и time. Материя, энергия, пространство и время. Значит, то же самое неправильное мировоззрение, о котором мы будем вот в последующем говорить. То есть они те же самые биороботы, адепты саентологической церкви. И в пределе, почему мы начали весь наш вот разговор, все кроется как раз в мировоззрении. Фундамент этого. А дальше уже, если встал на правильную позицию, дальше у тебя все становится понятно. Если ложные позиции, дальше допускаешь ошибки. Рано или поздно они вываливаются наружу. Поэтому четырех единство, вот этот Амун. Ведь теперь давайте посмотрим на этого Амуна. Что такое? Богиня Нет – материя, Неф – энергия, Пашт – пространство и Себек – время. Вернемся. Что значит из этих четырех философских категорий Амуна, верным какой является? Одно. Материя. Энергия. Неф. Это переходные формы существования материи. А пространство и время – частные меры, общевселенской меры. Они субъективны, объективны их нет. То есть человек взял и говорит, так, как я буду пространство мерить? Метром буду мерить. И мерить сначала локтями, помните там. Значит, а время, что такое время? Ведь времени во Вселенной объективно нет. Время – это субъективная характеристика, привнесенная человеком. Человек, чтобы мерить частотные процессы, а все колеблется. Я говорю, вот все колебания, все эти, значит, они имеют частоту колебаний. Поэтому он взял и начал мерить. Ага, день-ночь. Колебания. День-ночь, сутки прочь. Чем меряем? Часами. Земля вокруг Солнца. Один год. Все это соразмеряют. И меряют дальше. Герцы, там, килогерцы и прочее. Все это берется от произвольно выбранной субъективно. А представьте теперь, вот скажем, человека нет. А время тогда где? То есть это субъективная характеристика.
привнесенное человеком, которое позволяет мерить различные частотные процессы, проходящие в мироздании, по своей произвольно выбранной частной мере. Поэтому познать общевселенское время можно только выйдя за пределы Вселенной. Пока нам это недоступно. Поэтому вот эта древнеегипетская ложь, материя, энергия, пространство и время, ей руководствуется вся академическая наука. То, что мы говорили о дианетике Рональда Хаббарда, я вам сказал, у них там вроде бы все хорошо, там вещи, но у них в основе лежит система тета-мест, тета-4, мест, matter, energy, space, time. Материя, энергия, пространство и время. Вот и вся сказка про белого бычка. Видите, когда знаешь вот эти механизмы все, они становятся понятными.